И всем привет! Вы на канале Настя Н2. И сегодня будет суточное видео. Я попаду в лагерь. Советую вам досмотреть до конца. Ну а мы начинаем. Как же мне хорошо играется в телефончик. Ой, кажется, кто-то позвонил. Алло. Стоп, что? Хорошо, я собираюсь. Так, пока что придется отложить свой телефон, потому что я еду в лагерь. Все, я собираюсь. И едем. Вот я и приехал. Здравствуйте, я ваш новый вожатый Джесси. Называйте так и называйте. Вот я вам сейчас дам расписание, и вы будете по нему ходить и заниматься. Я пока что уйду в столовую. До свидания. Ну ладно. Отлично, все. Сейчас вот расписание на столе лежит, вы возьмете и ходите. А я пошла, до свидания. Иду в наш домик, в котором... Ну, это будет наш лагерь, короче. Вот это спальный корпус. Сейчас я сделаю рум-тур. Ну, тут наши вещи и всякое барахло. Короче, я узнал то, что у нас все уроки будут где-то двуногие вести. Сейчас я с ним познакомлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Я ваш тренер, я буду вести у вас уроки. Понятно. А это что вы держите? Это порты. Вот такой бутылочки вам надо выпивать в день. Держите, попробуйте. Хорошо. Мне даже запах уже не нравится. Фу, это невкусно. Что ж, вот такой бутылочки вам надо выпивать в день. Поэтому смиритесь. Фу. У нас сейчас первая тренировка, это бег. Итак, у вас первая тренировка. Вы будете бежать 4 круга. Вот таких, что ли, 4 круга? Я не понял. Или как? Нет, вы будете бежать вокруг всего лагеря. Блин. Итак, первая тренировка у вас окончена. Сейчас у вас будет тренировка в бассейне, а потом вы будете кушать. Ой, ну наконец-то. А почему именно после бассейна мы будем кушать? Потому что если вы будете кушать после бассейна, у вас заболит живот. Понятненько. Ну ладно, а где бассейн наш? Вот ваш бассейн, вы в нем будете плавать. А чё он такой грязный? Ну здесь плавали другие ученики. Кстати, а что мы будем кушать? Мы будем кушать протеиновую еду. Блин. Что-то не нравится? Едь домой. Так, у меня погружение. Плыву. И плыву. Ну и что мне здесь надо делать? Просто стоять, что ли? Нет. Нет, вам надо будет проплыть вокруг бассейна 2 круга. Это только разминка. А как проплыть, если я здесь даже до дна достаю? Ну, если ты хочешь, мы можем подлить водички. Нет, спасибо. Лучше я просто пройду. Нет, мы сейчас пойдем сюда воды, и вы будете плавать. Ну, ладно. Так. Я, короче, сейчас буду заходить водичку. Ну, а сейчас я буду ходить вокруг. Вокруг. Вот так вот. Якобы я буду ходить, но на самом деле я не хожу. Что это за шуточки? Еще одна выходка, и я тебя выгоню. Нет, ну извините, пожалуйста. Я буду отдыхать. Никакого отдыха. У нас еще даже разминки не было. Отдыхать будешь после всех тренировок во время сна. Ну блин, а как вы телефон, игры на телефоне, а как вы YouTube? У меня же все-таки канал создан. Ничего, твой канал подождет. Итак, первое задание. Нужно будет сесть в бассейне. Ну ладно. Вот так вот. Да, правильно. Ты молодец. Задание номер 2. Вы должны будете лечь в бассейне. А это, надеюсь, вся будет тренировка?
Да, вся. Для первого раза вам хватит. Все, наконец-таки я лег. Не идеал, конечно, но хорошо. Ты заслужил вкусняшку. О, спасибо. Спасибо. Сейчас мой обед. Протеиновый корм. Блин, не очень вкусно, но да ладно. А у нас еще будут тренировки? Да, тренировки у нас будут. На сегодня у нас еще одна тренировка. А вообще, зачем нам эти тренировки? Во-первых, вы попали в спортивный лагерь, и здесь должны быть тренировки. А во-вторых, эти тренировки помогут вам в дальнейшей жизни. Понятно. Но сейчас какая у нас тренировка? Сейчас у нас скалолазание. Пойдемте, я вам покажу, где это. Хорошо, я иду. А я уже залез без инструктажа. Ха-ха-ха. Ай! Ну что ты опять натворил? Вот еще одна такая выходка, и я тебя точно выгоню. Извините, у меня просто лапка то ли сломалась, то ли что. Сейчас мы у тебя посмотрим, какая у тебя там лапка сломалась. Ох, это реально очень больно. Вот это вот. Ничего у тебя не сломалось? Ну, царапина. Это не повод отмазываться от тренировки. Ладно. Задание будет такое. Вам надо будет подняться и спуститься один раз за 10 секунд. Хорошо. Вот таймер. Так, забрался. И спускаюсь. Без комментариев. Так ты испортишь свое дыхание. Ну и ладно, буду с испорченным дыханием, но зато и в лагере не буду. Ну, точнее, хотелось бы в лагере. Ну, понятно, короче, я и даже сам запутался. Дети, вы хорошо потрудились, но не все. Сейчас у вас будет тихий час, на котором можно строго отдыхать и спать. У меня есть план, но я о нем вам не расскажу. Точнее, тренеру не расскажу. Веня, что ты там бормочешь? Я говорю, что я очень устал и буду спать. А, ну хорошо. Стоп, а где же мы будем спать? Что, на голом полу? Нет, сейчас я вам принесу постельное белье. Вот ваше постельное белье. Вот так, что ли? Ну да, а что ты хотел? Да в смысле? Итак, сейчас я иду заполнять документы. А вы должны строго спать. Не забудьте, после сна вы должны будете выпить протеиновый напиток. Хорошо. Давай. Все. Хорошего сна. Спасибо. Короче, я тут скидывался, нашел, сейчас буду хомячить. Пытаюсь открыть, главное, чтобы кто-то не слышал. Ой, блин, так громко. Откуда такой хруст? Неужели это кто-то запрещенку притащил? Надо посмотреть. Блин, кажется, кто-то услышал. Сразу срочно убираем. Я сейчас попытаюсь спрятать в протеиновый напиток. И так сойдет. Сейчас. Мне послышалось или кто-то шуршал? Я просто пытался открыть протеиновый напиток, просто очень хотелось попить. Протеиновые напитки так не шуршат. И ты не уверенно говорил. Сейчас надо проверить. А я просто сплю. Нет, надо посмотреть. Тут нету. Сумка вроде бы тоже. Так, а это что? Это ничего, это вафлы вроде бы. Я такое не люблю. А вы, походу, очень любите. Нет, что это? Я сплю. Так, расслабляемся. Моргаем глазками, мило. Ну, пожалуйста, вы можете мне простить? Нет, это уже какая выходка за сегодня? Это я забираю. А ты будешь серьезно наказан. Возможно, я тебя даже выгоню. Нет, ребята, только не это. Ребята, ой, точнее, ребята, а вы сможете набрать много лайков? Сейчас спрошу у тренера. Тренер, а сколько надо лайков набрать, чтобы вы меня не выгнали? 15. Ребята, давайте набираем 15 лайков. Ну, сейчас я тебя точно накажу. Ой, что-то меня на фоновке разморило. Какой страшный фон приснился. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А вторая часть будет, когда вы наберете 15 лайков. Всем пока!